Девчонки и мальчишки, всем огромный-огромный привет! Если бы не ваши просьбы снять видео, как в старые добрые времена, новогодние, я, наверное, бы даже и не решилась снять, потому что нового у меня, в принципе, ничего нет. В этом году я не хендмейдила. Елочка моя уже вам, наверное, намозолила глаза. Но если вы меня просите, я просто не вправе вам отказать. Поэтому давайте еще раз пройдемся. В общем, заглянем ко мне в гости и посмотрим, что же у меня творится на моем новогоднем столе, в моем новогоднем уголке. Вот такие вот щелкунчики, что-то камера у меня раз так и потухла. Ну, в общем, старенькая уже, столько лет она снимает. На золотистых, на красных и даже на черных значках у меня вот такие вот чудесные щелкунчики. А это для Иринки, если она смотрит. Вот ее сережки, которые она мне дарила. Такие девчонки задорные. Обожаю их. И вот так вот она, значит, ну, как обычно, в принципе, выглядит. Здесь по традиции Эйфелева башня. Обожаю я мишек с детства. Мишки, там тоже мишки у меня есть. Эту сумочку, наверное, вы помните, как мы хендмейдили ее. Давайте издалека немножко посмотрим. Так вот выглядит мой уголок. В принципе, ничего нового. Здесь вот у меня шарик. Тоже вы его помните, с духами, с миниатюркой Шанель. Так, здесь у меня вырезка из журнала. Просто мне очень нравится Лили Роузлеп. Она такая милая девочка с таким снежным шаром сидит. Я решила ее на Новый год себе повесить, чтобы создавать новогоднее настроение. Здесь у меня парфюмы Шанель, Dior и лаки Dior, потому что они очень похожи на новогодние шары, поэтому я решила ими украсить. Ну, здесь еще есть вот камелии и лев из Икеи, как без льва. Сейчас музыка закончится у нас в музыкальной шкатулке. Будем так. Так, вот эту гирлянду я покупала в фикс-прайсе. Она на батарейках. Дальше что у нас есть? Так. Заказ сделала в Литуаль. Коллаборация еще, когда был жив Карл Моделько и Карл Лагерфельд. Это кисть. Ну, здесь всякая всячина. Заколки, того-сего. В общем-то, вот еще блеск заказала. Тоже в Литуаль. Топпер. Он с подсветкой. Такой приятный блеск. На лето вообще красота. И, значит, бальзам для губ. Ну, они, конечно, грешат тоже петролатумом. Есть там минеральное масло. Со вкусом манго. Ну, такой плотный такой очень, знаете, бальзам. Не знаю, пока не особо им пользуюсь. Вот, что мне еще здесь вам показать? Здесь у меня такая зеркальная сторона. Там у меня черная сторона. Вверху красная. Так, ну здесь, значит, у меня на такой вазочке шары мои любимые от Guerlain. Свеча прошлогодняя от Yves Rocher. Ну, очень уж запашистая. И, кстати, в этом году вообще ничего не купила. Не знаю, думаю, а как-то зайти что-то купить, заказывать не хочу. А здесь вот у меня, кстати, шар из фикс-прайса. Дедушка Мороз в снегу. Очень здесь не хватает снега. Корону тоже, наверное, вы все помните. С вами хендмейдили. Так, что здесь у меня? Здесь у меня открыточка икеевская.
И вот здесь вот у меня есть печати от Шанель. Так, кому-то на открытку тоже печать поставить. Шанель. Вот. Рождество Dior мне привезет мама только 31 декабря. Здесь я купила только тени. Но они классные. Единственное, что немного сыпятся блестки. Но тени, конечно, вообще атас. Праздничные. Очень праздничные. Сейчас жалею, что розовые не купила. Ну, думаю, обойдусь без них. Так, здесь бронзер Шанель. Что еще? Как-то пользуюсь в последнее время Жаду. Как-то вот подсела я на Жаду. Хочется мне. Да, еще вот вчера пришел заказ с Rive Gauche. Две помады заказала. А по цене одной у меня получилась. Коллаборация L'Oréal и Карл Лагерфельд. Одна провокатив, другая Contemporary. Не знаю, может, сделаю обзор. Интересно вам будет, неинтересно. Не знаю. Ну, вообще, мне Contemporary больше понравилась тем, что она как-то мягче, как бальзам такой. А красная, вот эта вот красная, супер красная. Она такая пожестче. Ну, такой вот у нее блеск, как бы спокойный есть. Слава богу, она не матовая. Я не люблю матовые помады. И вообще, думаю, что после 40 матовые помады это вообще моветон. Ну, старят они, ей-богу. Мне не нравится. Так, клатч у меня здесь от Giorgio Armani. Подарок был. Внутри красный атлас, тоже очень красивый. Так, а это вот у меня, смотрите, салфеточка. Салфеточка с Кюхенленда. Там есть красные, есть... я розовую еще купила. Такую, знаете, бледной розы. И есть еще серебристые. Это вот золотистая. Ручная работа. Индия стоит недорого. 590 рублей. Я считаю, за ручную работу это недорого. Вот. Кому интересно, зайдите на сайт, посмотрите. Они, по-моему, есть. Это вот брошь. Такая. Новогодняя. А это бронзер. Давно я его хотела. Увидела, что он спокойно продается в Литуаль. Ну, на сайте. Думаю, о, а я думала, что мне вообще его никогда не купить. Но спокойно его купила и причем разочаровалась. 4400 он стоит. Надпись сделана криво. Кисти нет. Единственное, радует сам продукт. Сам продукт. Хороший бронзер. Вот качество самого бронзера хорошее. Вот поэтому думаю, ну ладно. Хоть сам порадовал. Это тени и пудра от Giorgio Armani. Еще неизвестно, уже не помню какого года. Рождество вместе с клатчем продавалось. Ну, в общем, хорошее качество. Так особо вам не буду показывать. Просто я достала, что на Новый год. Я наверняка их буду использовать. И еще, кстати, вот купила Рождество Шанель. Я вообще ничего не купила. Ничего не надо мне. А вот Livorium Revolution в темно-зеленом цвете тушь. Очень даже мне подойдет к новогоднему образу. Единственное, что здесь не видно, что она при этом... В свете, что она темно-зеленая, у нее даже есть немножко такие блесточки зеленые, но их немного. Так, а эту, помните, штуку мы с вами бокал оформляли мальтийским крестом. Кто со мной делал, признавайтесь. Так, да, здесь свеча. Это у меня тут стоят сладости. Заказывала на Озоне. Сейчас вообще практически все заказываю. Здесь где-то чего-то. О, это вообще со вкусом панакотта. Леденцы. Немецкие 140 рублей стоят. Марку... Не знаю, какая марка. Здесь 150 грамм. Ну, классная банка, да ведь? Так, а это подарок от мужа. Александр Васильев. Кольцо. Сейчас похвастаюсь. Ну, кому мне еще хвастаться? Вот такое вот кольцо подарил мне муж. И сказал, я такое же хочу. И когда вот он сказал, такое же хочу, думаю, боже,
Похоже на мужской перстень, но что оно женское. Здесь агат, но он слишком темный. Я хотела посветлее, чтобы под изумруд было. Позолота и серебро. Потом думаю, ну ладно. Мужу подарю, если что. Нет, шучу, конечно, сама буду носить. Мне оно нравится. Тем более, от Александра Васильева давно уж что-то хотела. Хочу брошь еще. Ну, пока вот не знаю. Так, а здесь у меня часы. Тоже новинка от ГЭС. Просто я как-то в последнее время захотела полностью Total Black Look. Поэтому часы мне нужны были. О, у меня, да, есть часы на черном ремешке. Но, в общем, ремешок уже там очень старенький, поэтому... Я решила заказать, кстати, на Wildberries вот эти вот. Ну, такие имиджевые, красивые, в принципе, мне нравятся. Ну, здесь у меня много чего там показывать вам, я думаю, смысла нет. Это вот мой сейчас не уход. Он практически весь от Pierre Ricot. Это эмульсия для пробуждения днем наношу. Это, значит, сыворотка регенерирующая на ночь. Днем для кожи вокруг глаз отпаю крем. На ночь пока пробник от Шанель Сублимаж. И нравится мне еще вот масочки тоже вот от Dior. Вот эта вот ночная классная. И от Филлерга. Пользуюсь пока такими вот маленькими. И для шеи и кожи декольте опять же крем мой любимый от Pierre Ricot. Ну, что еще показать? Даже не знаю. Здесь, в принципе, ничего такого нового. Все у меня по-старому. Эти игрушки, вот вы помните, кто меня постоянно раньше смотрел. Это в Уби покупала голландские игрушки. Такие вот есть. Лошадка. А здесь у меня светильник такой, гирлянда, из фикс прайса. Косметичку, кстати, Dior дарили летом. Как это в Анапе подарили вот такой подарок, прям не верится. Так, здесь опять медведь. Это, кстати, от Юдашкина, вообще люблю парфюм Faberlic и Юдашкин. Но здесь у меня хранятся сумки, если честно, как бы даже не хочется вам показывать ничего такого интересного. Здесь какие-то парфюмы. Здесь у меня красный уголок по традиции. Вот нужен мне всегда красный уголок. Так, ну вот, в принципе, наверное, и все. Покажу, наверное, вам еще елочку свою главную. Но там все по-старому. А это еще одна моя елка. Главная. Я в этом году все-таки решилась поставить большую елку. А кто меня смотрит в Инстаграме, знает, что я завела нового питомца. Питомца такого наглого, рыжего, очень верткого, очень такого, знаете ли, хитрого кота, с которым очень сложно. Он, в отличие от Матвея, совсем другой. Так, ну и вот здесь я решила повесить... в картину оформить открытки советских времен. Я их обожаю. Вот этого зайчика я неоднократно рисовала на стекле. И вот этих Дед Морозов, я помню, когда работала в военкомате, тоже делала плакат. Я везде была редколлегия. Это вообще постоянно... Все оформительские работы были на мне. Вот этого зайца обожаю. Ну, а здесь вот елка. А, икеевская. И, кстати, вот стоит как раз на салфетке, которая с Кухенленда, вот эта вот нежно-розовая такая, ну, бледно-розовая. Здесь вот тоже рождественская игрушка.
олененок, наверное, да, или рождественский козел. В общем, кому как. Здесь повесила шарики. И вот она, сама елка. В этом году мне захотелось больше белых. Больше белого, потому что снега не хватает. Вот белый бант. Брошью украсила. И вот этот мальчишка с коньком. Это на прищепке игрушка времен, я не знаю, когда меня еще не было. 60-х где-то годов. Он уже весь на ладан дышит. Но они для меня огромную ценность имеют, эти игрушки. А вот этот шар, помните? Тоже мальтийский крест мы с вами делали. Здесь ангелочки. Сосулька тоже времен советских. Советских времен. Ну и, конечно, моя ракета. Как же без нее, СССР. Обалденная ракета. Дед Мороз. Как без него? Плохо, да, видно? Такой вот Дед Мороз. Шарик с Рождеством. Вязаные звезды. Обожаю икеевские. Эту игрушку мы с вами делали. Это тоже вот игрушка, красивый шар очень. Все стекло. И вот этот шар мы с вами делали. И, кстати, положила кусочки ваты в этом году. И пропитала их маслом сосны. Чтобы было ощущение, что это настоящая елка. Поэтому всем, кому хочется запаха хвои, можете купить в аптеке, значит, пихтовое масло. Ну, масло сосны вот я покупала в Ашане. Вот, потом, если у вас кот, я вот, видите, вот так вот забаррикадировала якобы подарками. Ну, пока еще там не подарки. Вот, можете масло бергамота. Лимонное масло, в общем, все цитрусовые, тоже на ватку нанести на нижние веточки у елки. Это будет отпугивать ваших питомцев, если они у вас такие вот очень активные, как мой Сенька. Поэтому, ну, в общем, вот такая вот вам подсказка. Ну и вот, в принципе, вся елка. Что еще здесь? Ну, здесь много чего есть. Ну, я, в принципе, вам все уже показывала. Как бы ничего особо нового в этом году я не купила. Вот. Дамочка там у меня вдалеке. Ну вот, по традиции, моя елочка.